15 апреля Тюменскую область отключат от аналогового телевизионного вещания. В следующем году по всей стране должен официально закончиться 10-летний переход на цифру. Быть готовыми к этому губернатор на заседании в правительстве призвал всех глав муниципалитетов. Увидеть ТВ в новом качестве без проблем могут 97% жителей региона. Помогают это сделать 28 станций, которые к весне будут передавать 20 каналов. Среди них, кстати, нет местного, но накануне в Совете Федерации этой проблеме уделили особое внимание и пообещали не обидеть провинциальное ТВ. Наш региональный канал, там, может быть, появится в третьем мультиплексе, когда будет строить, когда пока там определяют, в каком он году начнется строиться. Но наши все-таки обращения сказались, и Совет Федерации поддержал, и предположительно в общественном телевидении России появится необходимое время для вещания нашего регионального канала. Цифровое ТВ будет доступно в двух вариантах. На телевизорах нового поколения оно включается автоматически. Для старых придется приобрести специальную приставку. Малоимущим жителям области, а таких у нас 35,5 тысяч, для этого окажут адресную материальную помощь.